существует какая-нибудь единая, большая, мощная, исцеляющая молитва для больных? Ну, молитва, ну, такая, универсальной молитвы нету. Есть молитва великомученику, целителю Пантелеимону в болезнях. Есть молитва Луке, воину Сенецкому. Он тоже был целитель при жизни, архиепископ Лука Крымский. Значит, есть другие какие-то молитвочки Господу там, или Богородице, всех скорбящих радости, например. И можно их все читать, можно выбрать ту, которая вам ближе. Но в любом случае надо молиться. И это всегда поможет.